Всем привет! В предыдущем видео мы собрали и установили на станок нашу заднюю бабку. Сегодня мы с ее помощью будем точить шахматную ладью. Делаем чертеж в программе FreeCAD. Пишем управляющую программу. Загружаем машину. Устанавливаем заготовку. Жмем старт. Дело пошло. Кажется, ладья готова, но не совсем. Нам нужно сделать углубление в верхней части башни, что мы и делаем с помощью задней бабки. Готово. Меняем инструмент. Отрезаем. Вот такая ладья получилась. Как всегда, нам одной малой, и мы делаем еще две и три. А лучше сразу штук 6 сделать. Всем спасибо за внимание.